Я хочу пригласить Володю сюда, потому что у нас еще один аукцион. Он очень важен. Володь, можно уже? Да. Итак, дамы и господа, мы продолжаем. Еще раз хочу представить несколько шедевров от виновницы торжества Жени Рассказовой. В данный момент очень позитивный персонаж, такой бегемотик, который переносит нас на несколько мгновений в счастливое детство. И я думаю, любую детскую спальню наверняка украсит эта красивая жизнерадостная картина. Если есть претенденты, обладатели или обладательницы этой картины, пожалуйста, участвуйте в нашем аукционе. Напоминаю, что все средства, вырученные от продажи этих картин, будут направлены в фонд детского дома. Итак, дамы и господа, стартовая цена этой картины. Так, Женя, как решаем? Стартовая цена. Здесь уже нашелся покупатель, просто девушка не хочет выходить на сцену, она хочет подарить эту картину своей дочке, и мы с ней уже обо всем договорились. Это детская картина, я буду рада очень, если, да? На кого ты где она была? Надо разбирать все. Я свою дочь. Она для малышей, чисто узкой направленности, где-то пчела за этим жалом, как бегемот в воде. Для мультик, короче. Но главное, что она позитивная. Да, счастья тебе. Итак, друзья, ну что ж, спасибо большое. Аплодисменты нашей победительнице. Напоминаю, все по-настоящему. На самом деле у нас еще один момент, потому что шедевры на этом не заканчиваются. Сейчас я хочу представить картину вот такой массивной рамки. Вот эта картина очень изящная. Красивые цветы, позитивное настроение. И всего лишь 10 тысяч рублей стартовая цена. Итак, дамы и господа, еще раз напоминаем, аукцион у нас благотворительный. Женя выступала именно в том детском доме, куда будут направлены средства. Она видела, как живут ребята. Она очень хочет им помочь. И я думаю, мы все вместе поможем. И ребята, мы, конечно же, сейчас, получая такой шедевр, мы, наверное, в чем-то помогаем и себе. Наверное, это будет успех в жизни, это будет процветание, потому что это цветы. Дамы и господа, стартовая цена данной картины 10 тысяч рублей. Есть ли претенденты на обладание этой картиной? Если да, прошу поднимать ваши руки как можно выше. У нас очень яркий свет. Я вижу, что вот красивая девушка голосует за красивую картину. Так, готовы ли вы подтвердить стоимость, или стоимость будет еще выше? Итак, также хочу посмотреть, есть ли у нас еще претенденты. Итак, 10 тысяч рублей, стартовая цена. Итак, 10 тысяч рублей, мы начинаем отсчет. 10 тысяч рублей, молоток ударяет по этому традиционному предмету организаторов аукциона. Цена, возможно, сейчас будет повышаться, поэтому если кто-то готов поддержать наш проект, пожалуйста, подходите сюда поближе. Ну а я пока хочу обрадовать тех, кто уже участвует. Пока цена не повысилась, она зафиксирована. 10 тысяч рублей, два, дамы и господа. Уже можно подходить, наверное, еще на шаг ближе. Вы уже на шаг приблизились к своему счастью. Я думаю, вот такие красивые цветы, которые Женя, наверное, в творческом порыве подарила этому миру, уже станут вашими. Итак, 10 тысяч рублей, дамы и господа, поздравляем нашу счастливую обладательницу. 3 продано. Прошу вас выйти на сцену. Итак, давайте представимся. И, может быть, пожелаем Жене во всеуслышание чего-то самого доброго. Меня зовут Татьяна. Женя, большое спасибо, что ты это нарисовала. Теперь это будет висеть у меня. Спасибо вам, Татьяна, и спасибо вам, потому что вы поддерживаете в том числе и детский дом. Итак, друзья, подходим, пожалуйста, к организаторам нашего аукциона, благотворительному фонду, который перечислит ваши средства в
фонд детского дома. Володь, а у нас еще будет аукцион, нет? Все пока, да? Микрофончик можно отдать, держи. И вот сейчас я хочу вызвать еще представителя компании. Она ко мне подошла и говорит: Александр, есть еще один подарок этому артисту. Скажите все. Да, ведущие тоже люди. Сейчас подождите, вам не уходите. Вот, в первую очередь, значит, Александру мы принесли вот такой подарок, тоже на 35% со скидкой. Пользоваться через интернет-магазин. Все вопросы, мнения. Замечательно, дорогие друзья, давайте вот так вот я сейчас. Аплодисменты нашей компании, нашим партнерам, потому что для нас, для артистов, энергетика, она существует, конечно, в природе, где-то из космоса, но, конечно, нам помогают, естественно, подкрепляться. Что греха таить, да? Володь, я думаю, тебе тоже можно подойти на сцену, насколько мне подсказывает интуиция. Сейчас тоже будет подарок. Чтобы вы были всегда молодыми, красивыми, здоровыми, счастливыми. Чтобы вы так стояли на сцене, знаете, еще лет 100-200. Все хорошо. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем партнерам сегодняшнего мероприятия. Будем рекламировать в социальных сетях ваши продукты. Я думаю, своим образом будем подтверждать, что они классные. Спасибо большое. Смотри, вот я обратил внимание, вы с тобой одинаковые, да? Вот у меня синяя бабочка, у тебя красная бабочка. Блестящий в некоторых местах костюм. И, конечно же, артисты всегда должны оставаться...